Мария Максима, и вы на моем канале. И сегодня у меня домашнее соревнование по спортивной аэробике. Соревнования организует наша команда. И мне нужно быстро собраться. Время 8:08 минут. Вот мы едем к самому началу, чтобы поддержать наших малышей. Но ведь же я тоже была когда-то малышкой. А сначала мы начнем с прически. Помимо косметики, у меня есть же собственная косметичка с все для причесок. Вот она. Здесь лежит у меня лак, две расчески, гель. Вот такая вот сеточка, как в художественной гимнастике. У меня тут шпильки, конечно же, и невидимки. Ну и куча много резинок. И ножницы. Не знаю зачем. Чтобы волосы отрезать. Делаем первый оборот слабый, и остальные волосы засовываем под первый оборот волос. Тогда у нас получится такое ощущение, как будто бы мы со жгутиком делаем пучок. Вот. Ну-ка, наклони голову туда, к камере. Вот так. Вот. Можно потуже сделать, а можно чуть-чуть послабже. Вот мы делаем чуть-чуть послабже. Теперь... Так вот, его еще больше раскручиваем в обратную сторону, как будто распустить хотим. И теперь начинаем закалывать, да? Давай. Здесь лежат специальные колготки для аэробики. Вот такие вот носки. Их надо заворачивать, точнее. Футболка, ну, на всякий случай, чтобы размяться, чтобы никто не видел, кто его купал. Шортики, чтобы не испачкать попу. Дальше у тебя сам купальник лежит. Так, вот. Так, дальше есть помада светлая. И вот резинка. Король. Вот у меня здесь еще есть специальные пакеты. Это лайфхак у меня такой. Протаскиваешь руку в рукав, вот так вот, и все. И у тебя рука проскальзывает в узкий рукав. Вот в такой вот рукав. А у меня рука вот такая вот. И чтобы вот эти вот бриллиантики были вот прям посередине. А теперь у нас есть еще 29 минут. И сейчас я быстро накрашусь.
так как у меня нет времени, я потом вам все расскажу. Покажу и объясню подробнее. Надо очистить руки. Кладем в рюкзак все самое нужное. Здесь все антитравматическое. Мази, бинты. Вот все. Угу. Дальше мы кладем. Это краска для кроссовок, ножницы и пластырь, чтобы кроссовки закрепить. Здесь все для кроссовок. Дальше запасные колготки и носки. Дальше вот такие вот грузы на руки, на ноги. Косметичку для причесок. Костюм тренировочный. Я сейчас его одену. Кроссовки выступательные. Чем убитее, тем удобнее. И, конечно же, купальник. Так, еще, конечно же, косметика и бутылка с водой. Вода же, это жизнь. Вот воду можно брать, а еду нельзя. Все, я готова. Бегом завтракать.